Роксар! Ради Аданоса, скажи, ты часом недавно не переходил через джунгли? Ну да, плевое дело. Что там за город виднеется? Сит-Тариф, да? Сит-Тариф, жемчужина Аргаана. По крайней мере, его так называли. Теперь Ли и Паладина обратили его в дымящиеся развалины. Что ты здесь делаешь? Король Эдторн VI вышвырнул нас из города, а эти уроды в башне закрыли ворота. Это как это? Королю не нужны лишние рты. Мы должны были искать пристанище в монастыре, но джунгли, через которые туда лежит путь, кишат свирепыми хищниками. У нас даже тролль в лагере как-то оказался. Ладно, хоть свалил, когда на западе полыхнула зорница. Наверное, до сих пор где-то здесь шляется. А что это за сияние на западе? Мне-то откуда знать?
Но все это определенно не сулит ничего хорошего. Тут недавно проходил один сумасшедший. Посмотреть хотел, что да как. Готов спорить, его уже давно сожрал тролль. А то еще чего похуже. А этот сумасшедший, он часом не носил на глазу повязки? Да, носил. Откуда ты знаешь, незнакомец? Ты его ищешь? Может, он тебе денег должен? Нет, не денег. Куда больше. Так ты торговец? Да, у меня есть несколько вещиц на продажу. Покажи мне свой товар. А ты пропустишь меня в Ситариф? Я ненавижу паладинов, и я умею сражаться. Доступ пешим закрыт, господин. Мне очень жаль, но таковы правила. Ты что, тупой? Я хочу помочь! Пропусти меня! Не могу. Проход воспрещен. Поцелуй меня в задницу. Физический контакт строго воспрещен правилами, господин. Наконец-то. Я уж подумал, что мракозвери удобрили тобой джунгли. О чем ты говоришь? Я тебя знаю? Знаешь? Нет. Но я знаю, что ты друг Диего. А вот я точно знаю, кто твой хозяин. Да. Я знаю, что ты знаешь. Послушай, мы можем играть в эти игры хоть весь день, но это ничего не изменит. Без меня тебе в храм не попасть. Да? А что мне помешает вот прямо сейчас втоптать тебя в землю и смешать с грязью? Посмотри вон туда. Видишь каменную глыбу на цепях? Это и есть мост к храму. Нам придется запустить механизм одновременно. Смекаешь? Каждая из цепей ведет своя тропа. Одна из троп полна ловушек, а другая залита дымящейся кислотой. Рычаги, они как шеи. Легко повернуть, легко сломать. В общем, забудь. Пока ты как животное шебуршал по кустам, я досконально изучил механизм и обе тропы. И один ты, ну никак не успеешь управиться с рычагами. Даже не думай. Ладно, ладно, убедил. Какую тропу выбираешь? Сам выбирай. Для меня они обе простые. Я позабочусь о кислоте. Полуслепой тип вроде тебя в таких делах может рассчитывать разве что на невероятную удачу. Может, я и полуслепой, но только вот у меня уже есть ключ. Да и к тому же я изучил оба пути. Что скажешь? Вот, постарайся не умереть слишком быстро. Постараюсь, но после... Боюсь, что я должен убить тебя. Ты не осквернишь своим присутствием
королевскую кузницу. Королевскую кузницу? Тебе придется умереть первым. За Айви, за Альму, за Фишир. Ты готов? Я разочарован. В спине и нет ножа? Прости. Кажется, ножом тебя не взять. Но не расстраивайся. Я приготовил еще один сюрприз. Он может сработать в любой момент. Что? Сейчас. Жертва. Врата пройдены. Это он.
Остерегайся, стражи.
Thank you.